Так, ребятки, привет. Сейчас я настрою, чтобы было все клево. Во. Ребят, всем привет. С вами Игорь Гостюнин. Кто я такой? Я российский бодибилдер, чемпион мира, чемпион России. И я пью кофе. Привет, привет, привет. Скоро 1995, привет. Серия бицепс, привет. Hello, hello. Привет, Казахстан, привет. Что я тут делаю? Я нахожусь в D-Athletic, посмотрите. Это кафешечка, смотрите, какая клевая кафешечка. Привет, еще можете передать привет. Скажи привет. Привет. Скажи, тебе нравится здесь заниматься? Это мой перископ. Не понял вопрос. Здесь заниматься нравится тебе в D-Athletic? Да, в D-Athletic вообще супер. Занимаюсь самым интересным, покажу, что получилось. Все это, это результат за D-Athletic. Все, молодец, красава. Yeah, короче, ребят, тут прикольно. Привет, Ялте, привет, Челябинску, привет, всем привет. Короче говоря, приходите в D-Athletic, здесь вообще весело. Здесь дружная, одна большая компания. Я решил, короче, потренироваться, приехал сюда и ем бутерброд вот такой. Вот это я понимаю, бутерброд с кофеечком перед тренировкой. Хельсинки, привет, Чебоксары, Самара. Ты похудел? Да, но я сухой и плотный. Как дела? Дела круто. Кстати, ребят, если вы кушаете, то пора бы... Точнее, если вы кушаете, вам приятного аппетита. Если вы не кушаете, то пора бы вам этим заняться. Белый хлеб вреден. Игорик, это тебе он вреден, а мне самое то. Новокузнецку привет, Сибири. С вами, ребят. Кто ест, приятного аппетита еще раз. Как ты ешь сепарету сухой? Ну, обмен сейчас такой. Приятного, спасибо. Что нового? Нового. Да много чего нового было, но вам расскажу чуть попозже. Без зуба. Ну все круто, короче. Ну я что, чемпион мира все-таки соответствую всегда. Демиронов слился, ребят, хватит меня спрашивать. Я ему уже ответил, гарантированный гонорар 1 000 000 рублей, он слился. Почему хлеб, а не Energy Diet? Ну я перед тренировкой съедаю чуть-чуть хлеба или фруктов. А уже после тренировки шейк с Energy Diet. Смотрел уже ролик от железного рейтинга, нет? Вы реально красивый, спасибо. Красавчик, здорово, здорово. Где маски слипов купил? У меня есть, я уже об этом говорил, у меня есть очень классный спец по маскам со студии Lionsgate. И он у меня похудел на 45 килограмм. Познакомились мы с ним в Фейсбуке. И он как спасибо мне делает маски по себестоимости. Каждая моя маска стоит 250 баксов. Татуда делал? Нет, завтра делаю тату. Ты кто? Я Игорь Гостюнин, российский бодибилдер, чемпион России, чемпион мира. Классический бодибилдинг, чемпион мира, да. Гостюнин Игорь, введите меня в Википедию, вы знаете, кто я. Про тебя сняли, там Засулин говорит, что не было договоренности, мне что, переписку что ли показать? Я же могу выставить переписку. Приедешь на Кубок России? Нет, мне там делать нечего, мне интересны качки. Мне интересно только, как Кристина Здорикова выступит. Кстати, сегодня она стала абсолютной чемпионкой по бикини. Кристина Здорикова, запомните это имя. Среди Нью-Йорк стала абсолютной чемпионкой. И завтра у нее бой среди телок. Ну, среди баб, уже конкретных. И пожелаем ей удачи. Вы с Мироном телкой поменялись? Не-не-не-не. Просто Алена это подруга моя, вот и все. Как раз смотрю твое видео на канале. Молодец. Выставь переписку. Здорово, ты на науке 71? Да, в D-Athletic. Где написано, что ты чемпион мира? Господи, в Википедии. Шикарное видео еще кинул, спасибо. Sexy Muscle. Oh, thank you. Hello from Russia, St. Petersburg. D-Athletic. Gym of Дмитрий Крилов. Когда ноги со Щукиным? Ну, не знаю, когда-нибудь. Как группа ВК? Отлично, мясо по ГОСТу.
Припалился. Здорово, здорово, здорово. У меня тут перископ, прямая трансляция. Так я тебя тут и увидел. Да. О, еще один. Бородачи, вы что тут собрались? Мы качались. Ух ты, бородачи. А ноги качали? Такие? Не, я ноги не качаю, мне слишком... О, давайте сюда залетайте. Короче, ребят. Ой, это спонтированная связь с тобой. Смотри на мне прям. Эй, вау. Все вместе. Короче, черной бороде нету места здесь. Ай. А ты, о, слушай, он на по диагонали может быть? Во, чё ты? Всё чётко. Здорово, пацаны. Перископ в перископе. А где у тебя перископ? Слушай, а начни трансляцию из себя, прикольно будет. Подожди, стой, сейчас. Ух ты, бородачи, да, ух ты, бородачи. Бородачи из Ухты. Даже кто-то узнал нас. Да вообще все тебя знают. А, покажите банки, бородачи. Чё банки не показали? Ух ты, ё-моё, смотри, какой рельефный. Кстати, я реально подшушился на 1,5 килограмма с той съемки. Смотрите, я ребятам показал, как делать синтол, и они сразу же банки накачали себе. Скажите мне привет. Дим, не успел, Влад, короче, привет тебе. Смотри, видишь, что пишет, пик у тебя какой. Это какая грина. По гостинину качал. Да, по ГОСТу, по ГОСТу. Да, а кстати, твои ролики смотрел, правда, на ноги смотрел в основном, что ноги не росли. Артему Бесу привет. Артему Бесу привет, рыжий, здорово. Когда вы будете выступать? Вы выступаете? Не знаю. А зачем выступать? Не надо же выступать. Смысл? Кому им? Они, знаете, победа мастера не жаждет. Сколько сантиметров бицуха у вас? У кого больше, кстати? Ну, у меня 45, раздутая, сдутая где-то 43-42. А у тебя? Зависит от жира. Не, ну сейчас. У меня руки заплывают, сейчас хер знает. Да. Сколько хорошо. Дашь? А? Сколько дашь? Я не знаю, 32. Ну, примерно. А у кого длиннее? Сейчас будет вопрос. Игорь, подожди им бороды, зачем они столько их растили? Смотри, а что там растить-то? Офигеть. Вот вы экономите на бритве. Я прикинь, короче, я покупал последний раз этот гель для бритья, короче, 2 года назад, короче, он подорожал 2 раза с того момента. Я брал за 200, он на 400 стоит. Я в шоке вообще был. Ты в шоке, сколько ты сэкономил бабла? Прикинь, да? Я реально могу тебе на соревнования даже выступить. Слушай, а ты же это самое, бороду уже вы чем-то это, лосьончики там? Ну, у нас есть от бородистов, короче, нам шампунчики дали. Шампунчики там? Ну, есть, да, такая тема. Прикинь, ну что, реально помогает? Она прям кудрявая становится? Нет, она становится более мягкой. Мягкой, легко расчесывается вообще. Может, кондиционером для белья ее помазать, она тоже такая же будет мягкая. Да, просто неловкий. Так у нас еще будет видос скоро с Игорьком. Он нас там мучает, короче, банки нам накачивает. Да, с бородачами скоро тренировка будет. Вот эта, кстати, банка выросла благодаря этому видосу. На следующий, кстати, как вам тренировка, как мышца? Вообще жесть, у меня бицуха вообще болела. У меня как раз бицуха все плохо болело. Забивает. Все болело дня 4 вообще жестко. Да. Ну, круто. Причем мута халява, он-то на массе. Скажите, я крут, я как-то. А кто сомневался? Игорян отлично тренит. Вообще, ребят, давайте жгите тут вопросиками, пока мы тут все вместе. Мы, короче, такие, знаешь, я захожу, я сижу в интернете, смотрю, куча перископ, гостюнин. Кто обзывается, и у меня в бан идут. Ой-ой-ой. Бомжи ебаные. Да, если бомжи ебаные, сидят. Да, ребят, я вам... Нет, чё, какие... Короче, ребят, у меня запрещено материться на канале, ну, то есть оскорблять кого-то. Материться вы можете, подчеркивать предложения, добавлять туда красок и делать эти предложения ярче. И я только за. Ты завтра идёшь на открытие Брутала? Да. Ты у тебя прямо сейчас идешь, что ли? Да, я тебя нашел по перископу. Короче, ребята, смотрите, у нас тут двойная трансляция, смотрите. У меня тут твоя трансляция идет, а не моя. Это моя? Это твоя трансляция. А что ты сегодня? А я не знаю. Вы пиздаты, пацаны. Смотри, это весь синий, это мои, короче. А, нафига вы меня долбите? Вот так прокачивается перископ. Так Борис, он так и качал перископ. Он бил всем лайки, где лайки. Мне говорят, видишь, Игорь, возьми их проект, вас надо накачать. А ты нас накачаешь? А я четверых чуваков беру сейчас, кого будет накачать. Кого? Вообще, я беру одного эндоморфа, одного эктоморфа, одного мезоморфа и одного распиздяя. Что, пойдем распиздяя, да? О, Димон, слышь, можно с ней. Смотрите, Димон сидит, серьезно. Дима, серьезно. Дима, серьезно, будем потише. Я сейчас попробую тебя белую грину нахуй. Звук. Во. Подожди, стой, надо как-то тебе... Накачайте меня полностью. Как называется канал на YouTube? Мой канал называется «Мясо по ГОСТу», а ваш как называется? Ух ты, бородачи называется. Во. А чё? Да выключи нафиг звук. Вот, всё. Чё за шум? Всё, всё нету. Уже. Тебе же тёлка рыжая нужна была. У меня 4 девчонки и 4 мужика. Всё, всё клёво.
Серьезный разговор у Димы. Да, у Димы очень серьезный разговор. Бизнес, бизнес. Игорь, покажи трицуху. Ты же вообще, да, все сечёные. Слушай, а вот так-то тоже сечется? Внизу? Да. У меня все сечёное. Еще... У меня даже поясница сечется. Снизу перья, типа? Да. Все как надо. Ну, это ему там просто генетически. Да. Каждый день бороду моете? Ну, я каждый день постараюсь. Ну, бывает, иногда пропущу там, когда... Че, реально мыть надо? Я каждый...